Друзья, всем большущий привет! Продолжаю вещать из своей квартиры. И очередное обновление перед Новым годом – это обновление рабочего места. В данный момент мое рабочее место выглядит вот так. То есть это ноутбук 17 дюймов, но ноутбук уже такой староватый, так сказать. Покупал я его лет, наверное, 6-7 назад. Приставка PlayStation 4. Мышка, клавиатура, наушнички. Вот так вот. Конечно, еще в идеале мне бы хотелось поменять стол. Вот этот вот стол, ну не знаю, мне не нравится. Я хочу себе купить такой. Ну сейчас вот, если не забуду, где-нибудь вылезет фотография с подъемным механизмом, который регулируется, то, что можно работать стоя, сидя. Вот. Но пока вот так вот. Ну и отключаемся буквально на секундочку. И посмотрим, что у меня получилось. Итак, друзья, все манипуляции уже успешно с рабочим местом сделаны, ноутбук вчера обрел своего нового владельца, и поэтому приглашаю вас посмотреть, что у меня получилось, а заодно и показать рождественскую новогоднюю комнату. Проходите. Вот здесь нас уже встречает Дед Мороз со снеговиком. Еще, конечно, рановато всех поздравлять с наступающим, но, может быть, вы смотрите это видео после праздников или непосредственно перед праздниками, тогда с наступающим вас, либо с наступившим. Люблю очень сильно подсветку, фонарики. Вот тут вот такие фонарики сверкают. И, собственно говоря, виновник этого ролика – рабочее место. Значит, смотрите, ноутбук я заменил на мини-системный блок. Значит, вот это вот рядышком с приставкой стоит системный блок. Тут буквально вот он по размерам. То есть совсем небольшой. Если вам интересно узнать про этот системный блок, его комплектующий, я просто не знаю, есть ли у меня любители компьютерной техники на канале, пишите в комментариях, я тогда сниму, дам ссылки, как собрать такой системный блок из каталога того же онлайнера. И, может быть, кто-то последует моему примеру. Ну, смотрите, уже пользуюсь я около недели этим сочетанием. Конечно, по сравнению с ноутбуком доволен очень. Вообще замечательно. Качество, экран, кстати, 2К. Качество изображения вообще отлично. Ну, у меня ноутбук был уже старенький, как вы слышали. Вот. Но все равно очень, очень бодренький, живой, но уже хотелось чего-то нового. Вот. Мышка с клавиатурой, я не знаю, либо в этом ролике я вставил распаковки монитора и мышки, либо это будут отдельные ролики, пока еще не решил, поэтому... Ну, к монитору вопросов нет абсолютно вообще никаких на данный момент. После того, что у меня было, и качество картинки, и размер все устраивает на высшем уровне. Но про системный блок, не знаю, может быть, сниму тогда отдельный ролик, из чего он у меня состоит. Ну, вот уже вовсю готовлюсь к Новому году, хотя сегодня у нас 10 декабря, но... Новогодние настроения надо создавать заранее. Может, кто-то решит, то, что многовато подсветочки, но мне кажется, то, что как-то ее мало. Вообще отлично, люблю всякие лампочки, светодиоды. В коридоре, так, тут. Поэтому, ну вот как-то так. Перед Новым годом выглядит моя гостиная комната. Буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения. Не болейте. Пока.